В минувшие выходные в сети появился уникальный видеоролик, запечатлевший внезапную встречу японского бездорожника Toyota Harrier и советского асфальта с вертикальным взлетом. Об этой аварии мы наиподробнейше рассказывали в прошлую пятницу. Наиболее забывчивым напомню, что под перекрестком Советская переулок Парковый лопнула труба полуметрового диаметра с холодной водой и вздыбила перекрестный асфальт со всеми подушечными щебенями. И в эту кучу влетел Harrier с пилотом и маленькой девочкой на борту. Обратите внимание, как повезло владельцу регистратора, и сам в эту блуду не залетел, да еще и заснял все с самого выгодного ракурса. А знаете, почему так все случилось? А посмотрите внимательно на светофор. Harrier пытался заехать на перекресток на красный. Прикиньте, да, светофор и водопровод работают в паре. Они синхронизированы. Представьте себе, если бы всех нарушителей ПДД светофоры останавливали таким вот категорическим образом, весь город сидел бы без воды постоянно.